жители Подмосковья напомнили о способах вызова врача на дом. В Московской области вызвать врача на дом можно с помощью приложения 112МО. Для этого в приложении нужно ввести номер медицинского полиса и дату рождения, сообщает пресс-служба ведомства. После ввода номера полиса приложение предложит выбрать ближайшую поликлинику и заполнить несколько других пунктов. Отследить состояние заявки можно в истории вызовов. Приложение региональной системы 112 позволяет сообщить о случившихся чрезвычайных ситуациях и вызвать необходимые экстренные службы, отследить местоположение родных и близких, узнать расчетное время прибытия скорой помощи и газовой службы на вызов. С помощью мобильного приложения также можно изучить правила оказания первой помощи, порядок действий при чрезвычайной ситуации, найти ближайшие медицинские организации, участковые пункты полиции, пожарные части, административные учреждения, МФЦ и построить к ним маршрут.